Доброго времени суток! Сайты бывают разные, полезные и бесполезные, платные и бесплатные и так далее. Каким же из них относится Решеба.вип? Лично я бы отнес их к мошенническим. С одной стороны, они продают контент, представляющий из себя готовое домашнее задание. С другой, этот же самый контент можно получить и бесплатно. А если вам продают то, что можно получить бесплатно, то как это называется? Пишите в комментариях. А теперь к главному. Как отключить платную подписку Решеба.вип? Для этого вам необходимо зайти на этот сайт с мобильного телефона с той сим-картой, на которой оформлена подписка, пролистать страницу вниз и перейти по ссылке «Личный кабинет». Если вы подписаны на Решеба.вип, то у вас откроется страница с отменой доступа. Там будет указан ваш телефон, предоставлена информация о том, что подписка оформлена. А также там будет находиться ссылка «Отменить». На нее и нужно нажать для отключения подписки Решеба.вип. Если вы все сделали верно, то придет смс-сообщение с номера 7764 с текстом «Запись аннулирована». А страница личного кабинета обновится, и вместо информации о подписке вам предложат получить доступ к решениям. Эта ссылка оформляет подписку заново, на нее жать не нужно. Если вы успели оплатить платный доступ, то вам сообщат о том, до какого времени он будет действовать. Вот, собственно, и все. Выходите с сайта. А если данное видео вам помогло, то можете поставить лайк.